Вице-губернатор Юрий Гриценко провел совещание с представителями прокуратуры, мэрии, департамента по надзору в сфере строительства и компании-застройщика. Дома, в которых люди приобрели квартиры, должны были сдать еще в 2015 году, но стройка до сих пор не окончена. Дольщики обратились к властям с просьбой помочь решить их проблему. Мы считаем, что это просто недопустимо. А надо, чтобы все застройщики исполняли свои обязательства исключительно в те сроки, которые прописаны в договорах долевого участия. К большому сожалению, это не единственный дом, но по каждому дому уже разработаны дорожные карты и реализуются не только в отношении строительной компании «Счастье», а на территории Краснодарского края. На 15 декабря администрация города запланировала встречу с дольщиками строительной компании «Счастье». К этому времени будут разработаны дорожные карты по проблемным объектам на улицах Жигуленко и Домбайская. В этих дорожных картах будут прописаны возможные варианты, чтобы побыстрее завершить строительство домов.